и партнера по репортажу Сергея Кривохарченко. Добрый вечер. Да, с огромным нетерпением ожидается эта встреча, потому что турнир и чемпионат страны, и кубок страны, что у нее даже появилось. ЦСКА, что приятно, поэтому сегодня никакой робости, сегодня игра. В воротах Байера первый номер Бернт Лена, в обороне справа 39-й номер, молодой совсем футболист Бенемин Хенрикс, но очень перспективный, слева 18-й. Да, абсолютно те же футболисты, которые... А вот ЦСКА прессингует, там какие-то небольшие проблемы со здоровьем у бразильца Венделла, что заставляет вспомнить о том, как в матче... И в ту зону, где не было Лосина Троуре, там скорее находился Головин, но все-таки ему побороться за мяч в воздухе было... Чем атаки вторым темпом после отбора. Вот длинная передача на Юлиана Бранта. Да, там нет уже Штефана Кислинга, зато подбор сейчас за Чичарита. Штефан Кислинг уже не является основным нападающим ливеркузенского Байера. И нет положения вне игры, удар по воротам. Венделл вот здесь оказался, не во фланг ушел на этот раз, а прямо в центральный круг прибежал крайний защитник. Вот Чичарито абсолютно незаметен, хотя Чичарито, наверное, одна из главных звезд Байера. Он пришел из Манчестер Юнайтед, сначала с повязкой уже играть может. Сейчас, смотрите, рвется к воротам Чичарито, но оттерли его от мяча. Василий Березуцкий это сделал. Дальше Марио Фернандес, снова встречный прессинг Байера. Как будто бы ЦСКА к этому не готов. Удар по воротам, Акинфеев на месте. Ну, прямо в Акинфеева пробил в этой ситуации Юлиан Брандт. И в своей истории участвует, добрался до групповой стадии Лиги Чемпионов. И это очень серьезное достижение для не самого 20 таких участий у Дортмундской Боруссии. 11, столько же, сколько и у Байера. Ну и вот 4 подряд. Руди Фёллер, спортивный директор ливеркузенского Байера, особо отмечал это достижение. Говорил, что конкуренция в Бундеслиге настолько высока, мы 4 раза подряд пробиваемся в Лигу Чемпионов. Ну а сейчас мы видим очередной подкат Понтуса Вербулова, который вполне мог привести к тому, что первую карточку в этом матче предъявил бы Даниэль Орсато. Но пока он пожалел шведского полузащитника ЦСКА. Хотя это было грубо, это было сзади, в ноги, на скорости. В общем, Чичарито сейчас достаточно впечатляет. То, как футболисты Байера умеют разыгрывать мяч перед штрафной площадью. Они понимают маневры друг друга, они чувствуют друг друга. Они вот эти вот забегания за спину защитникам исполняют раз за раз по стартовым минутам этой встречи. Но Байер достаточно молодая команда. Да, Байер вполне может поплыть, если хорошенько нажать. Лучше бы против течения. Землил Понтус Вербулов Роман Еременко. Тут же против него Венделл. Вот это потеря, которая могла кончиться плохо, но никто не побежал по флангу у Байера. Восьмой финала уступил испанскому Вильяреалу. Чичарито, еще одна неточная передача. По крайней мере, такая. Но это тоже, на самом деле, может быть, и неплохо. Команда заведена, команда вот очень здорово настроена на борьбу. Если даже... зафиксировали, хотя мы видим, что... Ну, кстати, Акинфеев неправильно вел мяч в игру.